По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 2 миллиардов больных с избыточной массой тела. И эта цифра неуклонно растет. Многие уже называют ожирение эпидемией 21 века. Особую тревогу вызывает тот факт, что лишний вес все чаще регистрируется в детском возрасте. В этой школе не задают на дом параграфы по истории и правила русского языка, а в расписании занятий – актерское мастерство и хореография. Ведь здесь готовят будущих моделей. В такую школу можно отдать ребенка уже в 3 года. С малышом будут заниматься профессиональные хореографы, педагоги-психологи, визажисты и фотографы. Девочка должна уметь общаться. Она должна уметь знать элементарные правила этикета. Она должна уметь вести себя на людях. Она должна правильно нести спину свою, то есть свою грацию, свою красоту подчеркивать. Директор школы юной модели Оксана Ковецкая уверена, заботиться о своей внешности нужно приучать человека еще с детства. Девушка должна уже знать с юности, что за собой нужно следить. Уметь правильно наносить макияж, выбирать одежду, не есть лишнего, заниматься спортом. Искусство быть собой – это действительно искусство, в полном смысле этого слова. И для того была создана эта школа. Кстати, в школу юных моделей берут как стройных детишек, так и полных. При этом их не заставляют худеть и сидеть на диетах. Ведь различные ограничения в еде, изнурительные физические нагрузки опасны для здоровья неокрепшего организма. Детям прививают вкус, объясняют, как жить в согласии с самим собой. Мы никогда не акцентируем внимание, ты там полненькая, ты худее, ты слишком худенькая. Об этом не говорится. Мы говорим о красоте какой-то внутренней. И эта внутренняя красота в комплексе с физическими занятиями, с физическими нагрузками, которые получают здесь дети, то, чему они здесь учатся, упражнения, дефиле, хореография, это все вместе создает какой-то такой образ. Ученые установили, что лишний вес опасен для детей. Американские врачи заметили, что избыточная масса тела приводит к раннему половому созреванию ребенка, а это может привести к психическим расстройствам и стрессам. Ученые утверждают, полные ребята начинают курить и употреблять алкоголь раньше сверстников. Таким путем они пытаются справиться с переживаниями и комплексами, которые у них возникают из-за избыточного веса.